Приветствую вас, россияне. С вами сенсей. Давайте продолжим игру «Медаль за отвагу». Каждые выходные я заливаю новую игру. То есть старую, как бы новую игру. Ну, видите, вот и... Вот все проблемы в том, что постоянные какие-то ошибки вылетают при записи. То есть игра-то она работает, но проблемы постоянные какие-то в записях именно с этим барахлом старым. То есть их не патчат, эти игры уже давно забытые, их не пропатчивают под десятку и тем более не пропатчивают под OBS. Потому что мало, видать, таких дураков, как я, которые заливают старье. Так старье-то даже лучше, чем новые игры. Там у меня петля времени, мерзопакостная дрянь. Я ее решил вторую часть залить и поливался говном этим. Так, у меня нет ночного видео. Вот он там сидит, этот козел, или нет? Вот это вот свет, что такое? Это вот их автомат, а почему? Почему я вот того не могу убить? Я не понять не могу. Вот он, блядь. Эх ты, блядь, ничего себе я разошелся. Хочется иногда старенькую игрушку какую-то залить, но это просто омерзение какое-то. По 2-3 раза начинать записывать. Просто выбешивать туда. Здесь я угадал, блядь, что здесь стоит чё-то. Оружие надо, чё-то. Они, видать, тоже все без оружия, похоже. А, нет, нет. Убирает говно, чё там два патрона. Вынырнул, блядь, козел вонючий. Опять я такую же дрянь взял. Опасно тут шарохаться, бля. Нет ночного видения, но, по-моему, и не должно у него быть это увидение. Потому что он выбирается, насколько я помню, да? Из этого логова. Так раз кончились патроны. Ты ничего себе, блядь, успех, блядь. Киргиз, кто он там? Забежали, блядь. Они видели, как выпрыгивают, блядь? Как сайгаки, блядь. Варюки еще те. Свет этот вонючий, блядь. Глаза прям режут. Смотрите, башмак у него даже сзади. На. На. Дрила. Куда трупы-то делись? Все, потерялись. Да. Тут нету. У меня, по-моему, вообще никакого оружия нет, походу. Вон там наверху, да, кто-то дрочит. Я сейчас и эти патроны кончатся. А, здесь бесконечность. На, и тебе по титьке. Какие же вы тупые. Какая-то свинья все равно дрочит. Опять с этим прицелом. Вообще, такое говно, блядь, нарисовал. Прицел такой говенный, блядь. Говнище полнейшее, блядь. Ничего себе я разошелся. Есть. Пробил кому-то мозг. Вынес. Вынес на тарелочке. Вот все это светит. Все равно убежал, блядь. Вы видели этот подонок, блядь? Мерзавец вонючий. Свалил и все. Просто взял и убежал, похоже, блядь. Все, трясню эту выпасть, на самом деле. Какие-то только номера меняются, а оружие ни хрена не меняется, да. Все одно и то же я беру, блядь. Номера у оружия меняются, блядь. 100, там, 103, 102, 105, блядь.
Или что там еще, какое-то говнище? А прицел этот говняцкий, блядь, до сих пор торчит. А может его снять можно как-то? Вот одиночный. Вы видели, как они прыгают? Да? Блядь, несколько секунд, и он уже на другой стороне, блядь, экрана, нахуй. Площадки, блядь. Несколько секунд буквально. Где он тут стрелял? Где ты? В яблочко. Меня сразу оружие вот так сбрасывает. Как попадает меня, сразу сбрасывает оружие. Куда вот убежал эта книга, блядь? Ах, вот квазимоды, блядь. Вот это у меня бросил гранату, обезьяна вот эта. Она жопа, блядь. Давай, свинота. Пару они тут стоят, ни черта не видать, блядь. Ех ты, блядь, смотрите, откуда эта сволочуга прибежала, блядь. Редкостная дрянь, блядь. Прорвался, блядь, черт знает чего, блядь. О, нормальным прицелом купил. Это краснота вонючая, блядь, просто теперь. Да хрен тебе, козел ты вонючий. Смотри, чуть не это, блядь. На жопу не посадили меня. Опять, блядь. Ну ладно, хрен с ним. Куда идти-то, я не пойму. Вот это, просто. Во! Куда идти, что-то показали там, а куда идти, что-то, я так и не понял. Вот здесь хрень какая-то. Ну-ка, давай, прыгивай. Опа! Электричество кончилось, ребятки, блядь. Садитесь на жопу. Вот он электричество отключил, да? Когда они там нападали-то. Да что ты, блядь, стреляй быстро! Ничего не сделаешь, если он начал перезаряжать, все, он другое оружие, даже другое оружие он не возьмет. Не успевает взять. Тут сразу говна набежал, как говна, блядь. Вот здесь их надо ждать, наверное, вот. Скоток. Что-то понятно. Все в кучу собирайтесь, тут я... стройтесь, я буду гасить вас. Хрен уже гадали. Вон они, в обход пошли. Здесь они не пройдут, да? Ну, чербанёк, где вы? Я честно признаюсь, вот стреляю здесь, в этой вот, именно в этой части игры. Вообще не вижу, куда стрелять. Вообще не вижу. Эти фонари, блядь, поганые. Все засвечивает. Еще график-то, блядь, не ахти. Хрен поймешь, одни отсветы.
Гранат нету ни черта. Ну как же я теперь выходить не буду, пошли вы нахер. Умники, блядь. Я вас нахер не вижу ни черта, блядь, вы с этим фонариком, блядь. У меня что, фонариков нету ни хера на оружие, блядь. Ага. То ли фонари горят, то ли фонарик у них на оружии. Без стакана не разберешься, блядь. Ну чё, мерзавцы, где вы там? Строится-то, блядь, в ряд по одному, да? Что он на моем поменял? Блядь, опугас такой, а? Я вот ни в одной игре так не стреляю такими очередями. Ни в одной. Только в этой, блядь. Потому что в ней ни хера не видать. Куда что ли? Куда идти, блядь, не пойму. Вот откуда стреляет? Вот ни хера непонятно. Вот откуда стреляет, блядь? Все в тумане, свет в глазах лыщет. И еще, блядь, пыль, вода и, блядь, все говно мне, блядь, закинули на. Ни черта не видать. Вот именно сейчас в этом месте этот уровень просто такой-то, как слепой котенок, блядь, я играю в этой игре, блядь. Просто слепой котенок, блядь. Вы видели, как они нападают, блядь? Прямо архаровцы, блядь. Козлы, блядь. Блядь, с одного раза профессиональный, блядь, этот, на убийца, блядь, не может убить, блядь, с одного раза. Три раза надо, блядь, ему ударить, чтобы он что-то кого-то убил, блядь. Блять, быстрее бы выйти на улицу. Просто меня взбесило этот, блядь, погробный уровень, блядь. Ни хера в нем не видать, блядь. Просто какие-то потемки, блядь. Ничего я не вижу, блядь. Везде все отсвечивает, на. Ни хера не видать. Куда чего, блядь, идти бежать? Вот смотрите, ну ничего не. В кого я вот стреляю, блядь? Хер его знает. И что интересно, блядь, он, сука, такими очередями лупит и не может никого убить. Спряталась какая-то гнида, блядь. В прошлый раз спряталась, и в этот раз тоже. Будем ждать, смотрите, я ничего не вижу ни хрена, куда идти, блядь. Какого-то козла вот здесь увидел, так он хлыщет, смотрите, не дает даже морду высунуть. То есть у меня нет возможности даже высунуться, блядь. Чтобы он меня не задел. Сейчас какой-нибудь чурбан за углом, блядь, появится, вот смотрите. Мерзавец. Ну что, кто на новенькой? Алибаба, 40 разбойник. Сейчас я это Алибабу приберу. Ага.
где-то сел я, куда-то уперся. Че вот такое тут светит? Блять, фонари-то эти, сука, не разобьешь. Вот в чем дело, блядь. Разбить-то не могу эти фонари. Кто там, блядь, стрелял у меня? Какая-то крыса, блядь. Может, я просто затемнил картинку так сильно, блядь, что ни черта не видно. Кто кого, блядь? Похоже, меня сейчас сделают. Залупа, сам ты залупа. Апулас. Вот так надо называть. Все, блядь, настрелялся. Похоже, его надо обходить, этот козла. Он прям бьет, блядь, через бочки он херачит ее. Плевать ему. Кого убил я там, блядь? Может, я уже своих начинаю? Что интересно, гранат не дают. Вот, именно в этом уровне не дают гранат. Он уже мог подобрать этих гранат, как грязи, блядь. Пылюка, блядь, это какая-то дресня тут. Чего это такое вот за дым этот, блядь? Туман, что ли, такой, блядь, кусками, блядь. Смотрите, вот как будто специально кто-то дунул, блядь. И нихера не видать, блядь. Вышел, блядь, эх, тупица, блядь, вы видели? Дурак ты этот, блядь. Стрелял бы и стрелял там, блядь. Глядишь, меня бы убил. И эту, блядь, сюда поперся, блядь. Давайте так. Вставай и пойдем прям херачить. Тот, блядь, в жопу прям стреляет где-то. Вот здесь прям в жопу мне стреляет. По-моему, блядь, даже через стены. Вот здесь кто тут появился, блядь, за углом, блядь. Вон, смотрите, смотрите, откуда вот стреляет. Вообще из-за трубы, вот из-за отсюда откуда-то, блядь. Да это говно. А, вон он наверху, блядь. Шакал. Какой-то черт бессмертный, блядь. Смотрите, я опять начал с этой стороны. То есть, откуда солдаты шли, мне кажется, отсюда я или я с другой стороны палубы. Там же солдаты должны были идти. Ничего себе, из пулемета я попадаю. Вы видели, как я из пулемета попадаю? Ну и тупость. С рук. Пулемет с рук, блин. Не лежа я попадаю, а с рук. Видите, какой снайпер. А там АКМами, блядь, не мог завалить никого. Спряталась обезьяна. Мост поджался. Спасибо. Я с другой стороны, похоже, подхожу. Где вход-то? Ничего себе, открыл он дверь. Поразивший. Я не таких коней видел. Чуть не завалили меня, вот видели? За одну секунду, блядь, на жопу посадили. Я на какой сложности играю? Просто обыкновенный? На средний? Он через коробки лупит так. Кто в тебя стреляет? Черт его знает, блядь. Через все, блядь. Через все побойки, блядь, херачит меня. Через все эти мешки с говном. Ладно, хоть недалеко. Я, ну как вот туда выходить? Я, во-первых, не вижу там никого. Нет, вижу. Thank you.
Одного я точно не вижу, он там, блядь, торчит там где-то. Постригли траву. Видели? Постригал он какой-то. Ну кто, блядь, какая тварь опять стреляет, блядь? Затаился, видели, не дурак. Ну ты дурак. Блять, мне надо это обрезать. Блять, чем выбрасывает оружие? Я не пойму. Дурак какой-то, что ли, блять? Взял, выбросил на. Я смену оружия сделал, блять. Он взял, выбросил автомат, блять. Что происходит-то, я не пойму. Давай, пока будешь брать, сейчас мы не сдохнем. По бутылкам, блядь, стреляем. Одним выстрелом, блядь, завалим. Одиночный. Блядь, сложновато здесь. Смотрите, что делают, блядь. Вы видели, блядь? Им плевать, они просто лупят и все. Как будто они знают, где я нахожусь. Хоть право, хоть влево, плевать. Все, они уже на цель взяли и погнали наших городских. Опять цель есть. Вон, видели, он красненький загорелся, блин. То есть они также, наверное, не видели. Вот так надо. Короче, я, по-моему, никого и не попал, блин. Какая-то обезьяна, блядь, спряталась. Точно, блядь, смотрите, блядь. Он не стреляет, пока я не высунусь. Чебурген, блядь. Гранат нет у меня, ни черта. Вот что обидно. Как грязи там, увидели там 25 человек, наверное, блядь, друг за дружкой, блядь, стоят на. Все, что ли, вы там на? Закончились вы, блядь, псы вонючие на. Трудновато тут в этом, блядь, свет этот. Вон, видите, какие хитрецы, блядь. В засаде сидят. Чуть-чуть не завалил у меня. Блядь, ну что такое, а? Никак я это место, блядь, не одолею, но. Корабль этот вонючий. Задрал у меня уже этот корабль, блядь. И с этого места каждый раз, блядь. Блядь, даже, вы смотрите, блядь, целую партию хернул в него, блядь. Им плевать, он нахуй живой, блядь. Как огурчик, блядь. Потому что я не сделал вот так, прицел не сделал, блядь. Не сделал прицел, все, получи фашист гранату, блядь. Блять, таким
В любой другой игре Call of Duty я бы уже, блядь, прошел бы это место. Здесь сложность вся заключается в том, что тут надо конкретно, конкретика нужна, блядь. Именно прицел, блядь. Так стрелять бесполезно, блядь. Так хрен попадешь нам. Через прицел 100% попадание, блядь. Гранат не дают нихера. Они меня убивают, блядь, с любой дырки. Я их загасить не могу. Вот здесь вот какой-то черт стоял. Реальная война у меня тут идет, блядь. С одним человеком, блядь, я драчу, блядь, полдня. Смотрите, смотрите, блядь, он стоит там, похеру, блядь, ему. Как будто так и должно быть. Блять, я не пойму, там войны-то не слыхать. Там вроде я с другой стороны захожу, там же наши, блядь. Должны быть с другой стороны корабля. Я не пойму, даже не слышно там никакого боя. Просто я здесь выдрачиваю их, и все, этих миллиард их. 300 человек вот бойцов здесь. Блядь, что-то гранаты слишком быстро взрываются. У меня такое впечатление, блядь. Да обычно как-то все равно очень сложно попасть, когда не прицелы. Я по нему попадаю, но он не умирает, блядь. Вот здесь вот кидалово какое-то, блядь, сидело. Все тут, блядь. И оружие он выбрасывает, не набирает оружия разного. Выбрасывает. Козел. Они еще не прилетели, вот поэтому и боя не слышно там, да? Че себе это? Че, блядь, что поносил уже? Я один тут всех завалил, блядь. Один всех обесчестил, блядь. Весь корабль, блядь. Для чего мне эти хорьки, блядь, непонятного? Которые идут на помощь. Я думал, еще не убью. Были такие моменты в этой игре, когда я не убивал вот так в упор. Из калаша, блядь, я не убивал. Козел такой, а. Прячутся они хитрые такие, блядь. Игрушка-то такая хитрая. Смотри, смотри, блядь, вот, вот. Реальный случай, блядь. Раз стрельнул, два, блядь, стрельнул. Нихера, похер ему. Все равно бежит, все, уже компьютер понял, что, блядь, я в него промахнулся, нахуй. Блядь, я думал, это рука чья-то вылезла, это ручка, блядь. Во, видели сейчас? Первую серию я сделал, ни черта он не умер. Он даже плевать ему, он даже ничего. Это вот косяк игры вот с этими убийствами нас. Зато меня лупит, блядь, за секунду. В любом состоянии, блядь, в любом положении. Надо сейчас нацелить, обязательно, то не убьет. Здесь опять вот лишний взял. Вот они и не попадают ни хера, блядь. Такой из говна такой стреляет. Чё-то вы, блядь, Барбаросса, блядь. Опа, обезьяна, блядь, побежала нас. Они еще бегают, вы видели, блядь. За 2 секунды могут, блядь, преодолеть такие расстояния, нахуй. Мам, не горюй, нахуй. Ого-го-го. Давай, сжало свою высоту. Совы свою сжало. Получить.
Вот она, сука, побежала, блядь. Сидел, отсиживался. Вот здесь хитрые, они... С одной стороны, здесь хитрые враги, а с другой стороны, просто омерзительные. Сдох. Эх ты, бля, он и убить его не может сверху. Он так и не сдох, он. Они вообще неубиваемые здесь враги, блядь. За что не намыть? А, вот они тут сажают. Нельзя его убивать, чурбанатом. Куда он убежал? Разумный. А он не стреляет. Да куда ты? На, я тебе еще по сапатам, блядь. Да что ты его никак? Да я ему по кукошнику, и все, чего тут? Возишься ты, спецназовец, блядь. С подиума. Да все хорош, чего? Хватит ему уже. Достаточно одной таблетки. Вперед. Другу своему ты так не поможешь. Давай к двери. Давай. Вперед. Ложись, ложись. Да лежу я. Какого хрена? Что ты здесь делаешь? Этот мудак Садаль-ад-Дин убил Назара. Казнил его Вуду. Лифт 1-6, лифт 1-6, это Мака-1. Внимание, судно захвачено. Да вам плевать, вы, если с вами сотрудничать нужна будет, эвакуация. Вы не будете его казнить, а еще дадите денег. Мы тебя отсюда вытащим. У вас американская политика своя. Ублюдка. Перед любым видео переход в YouTube. Смотрите на YouTube, эти меня поддержат. Недавний инцидент еще более обострил и без того непрочные отношения между Вашингтоном и Исламабадом. Пакистанское военное командование заявляет, цитирую, «Американские шпионы, действуя без санкций и беспричинно, захватили торговые суда». Ну, игра была брошена, видите, даже субтитры для адвоката не сделали. Пакистан уже перекрыл линии снабжения НАТО в Афганистане и вновь потребовал прекратить полеты беспилотных аппаратов США. Американские дипломаты отказались прийти к нам на программу и заявили, что им ничего не известно об этом происшествии. Но посольство США в Исламабаде уже рекомендовало всем несвязанным необходимостью американцам покинуть страну. Прощай, прощай, ничего не обещай. Что за имя такое причем? Солнце. А, это я, кстати, сейчас заливал. Смотрите, Кулбик. Опять там Ютуб жалуется, ругается. Там какие-то вырезы, блин. Вообще с этими Кулбиками проблемы какие-то. Когда я в прошлый раз проверял, парковки для инвалидов в зоне не было. Как же я рад, что ты снова с нами. Как старый добрый. Какую-то он там музыку услышал, видать. Или что? Просто люди бегут. И он пожаловался, что монетизация не будет включена, потому что вот такая хрень. Одна минута. В другом месте, по-моему, полторы минуты. Ладно, девочки, собираемся. Чего он там уследил? Я специально просмотрел. Он бывает музыку, я другую там вставляю ему. Нет. Дайте упоминание каких-то героев или еще что-то. У них же все в Америке, там, зашифровано. Если я даже бы купил эту игру, мне бы все равно пришлось бы писать жалобу, что была куплена там-то, там-то и то-то, то-то, да плевать. Пусть вырежут. Ткнул, вырезать и все. Пол ролика в двух или трех местах по минуте, что ли, там по полторы. Давайте, прыгуны, живее, шаром. Полетели. Они тут не допутаются друг с другом.
Что-то они выпрыгнули все сразу с копом. Вам надо расползаться уже, ребята. Вон подперли, видели? Поймай чей-нибудь кубик. Разве так прыгает рядом? Ну все, блядь. Точно я говорю, сейчас запутается кто-нибудь. Я гадалки не ходить. Порезано. Давай свой открывай, туши эту. Вот, вот или срежь. Да, сейчас срежь, на кого-нибудь другого захерачит нам. Прицепил. Кремезно. Все, перевод там, блядь, пропал где-то. На помойке забавно. Остался. Не помню, чтобы прыгали вместе. Музыка стараемся рубит, не стареть. Вечно. Мы отстаем от графика. Стамп, вы с Дасти наблюдаете. Причард, ты с нами. Давайте, мы прикроем. Здесь, по-моему, одна рогатина, как обычно. Я не могу убрать музыку в этих играх, потому что это говно. Нет, здесь убирается музыка. Здесь еще они нормальные были. Только подальше от дороги, без сюрпризов. Понял, мы рядом с лагерем. Наконец-то мы с этого корабля ушли, блядь, меня уже... Не высовывайся, нельзя их сейчас спугнуть. Конечно, нельзя, не миллион народу. Выглядит толково, за оружием ухаживают. Смотрите. Это люди святые. Раз меня сдвинул этот козел. Чего я застрял вообще, блядь? Форсак вышел. Один твой, другой мой. Так уйди отсюда. Все, я не могу вылезти, блядь. Он не выходит. Вот. Я не могу выйти. А что с телами делаем? Вообще меня куда-то задвинули. Козел этот, блядь, меня задвинул, блядь. Вы видели? Сел меня, блядь, прибортовал к этому, к яйцу, к этому, блядь. Наконец-то перепрыгнул, блин. Где эти шоблы-то? Смотрите, он не может это перепрыгнуть. Значит, туда бежит. Вот он, впереди опять проблемы. Ну, что там? Костер и больше десятка бойцов. Давайте эти перещелкнем. Да, похоже на то. Их никак не обойти. Рич, вот тебя. Валим их. Все, остальных берите на себя. Ясно. Вот там я сейчас играл вот Call Duty, вот сейчас я заливал только что, смотрите, обязательно. Там, блядь, намного умнее боты. И здесь есть просто бесполезные куски говна, они просто так, ну, как бы поддержать инициативу. А вот в Call Duty там уже, да, игра посвежее. И она еще немного переделана. Да они как эти, блин. Черти из табакерки, блядь, сейчас выпрыгнут. Такие ловкачи. Рич, обруби питание. Выпрыгивают они, прям напрыгивают, блин, тебе. Контакт! Видели, как сайгак какой же? Как мне фонарь выключить? Они по фонарю-то меня и видят. Собраться у двери.
Ну давайте, чё, мерзавцы, куда идти-то, я так и не понял. Бинокль это не снимается. Первый раз, по-моему, я взломал. Какая собака? Видели, прям вообще я стрелял. Вот одного все-таки они звали именно. Это, бля, по ногам своему. Собаки только мешаются. Наконец-то кого-то стали убивать. Блять, кто ему дал пистолет? Из пистолета лупил там чувак, блять. Тут спецназ идет, а он как, блять, с какой-то пукалкой, ну. Пук. Готов. Гандон? Кто гандон? Или готов, он сказал. Я очки не могу отключить. Почему-то у меня очки не отключаются. Недолго это продлилось. О, сама отключилась. Эх, извини. Кто это такой, блин? Свой, что ли? Бегай тут. Глаза мозолит. Мозолить глаза? Как такое может быть вообще? Какие выскажи. Быстро он, блядь, не загнулся. Ни хрена, блядь, не загнулся, блядь. Похоже, его так не убить. Надо вылазить и валить. Блядь, переверки звонящие. Так, все выпрыгивает, тупица, блядь. Ни хера он не выпрыгивает, ребят. Сейчас я ему чуть-чуть отстрелю. Блядь, сховался, он видит это. Все, я обстрелял все патроны, я выстрелил. Ну, чего вы тут, блядь? А, они же мне патроны дают, блядь. Точно, гранаты, патроны. Я забыл. Игры все перебили. Блядь, как выпрыгнуть через окно, блядь? Я не понять не могу, блядь. Попасть в эту харька не могу и выйти отсюда не могу. Где-то, может... Дверь какая-нибудь. Каких дверей нет? Я вроде в башку-то попадаю, блядь, этому козлу. Я прикрою. Сейчас перезаряжаюсь. Ну, не выпрыгивает этот козел. Завалили, что ли, ты берзавцев-то на? Какой аж шнайпер. Ну, кто там еще стреляет, я не пойму. Блять. Я думал, фонарь горит, это черт какой-то стоит, блин. Еще кто-то. Еще какая-то мазепа. Сюда он куда-то стреляет, да? Ладно, дай патроны. Перезарядка! Так, у меня же есть это, как ее? Дальнобойная карта переключается. Заряжай, прикрой меня! Фу.
Кого они стреляют-то здесь, я понять не могу. Какая-то свинья где-то засела, что ли, блядь. Бинокль в этой игре нет, и черт его знает. Я понять не могу, кого они стреляют-то. Следовать, давай их следуем. Надо было просто подойти к этому козленку. Козлята учится. В жопу мне кто-то стреляет. Просто в жопу мне стреляет и все. То есть мы как-то смогли пройти всех их, а одного как-то не прошли. Ну, есть, конечно, проблем до хера в игре. Сейчас, конечно, в кодлу я играл, но просто, блядь, наслаждался. Да, там тоже не все просто, но я наслаждался там. Здесь, конечно, есть много разочарований. Особенно вот это в жопу заходит, не знаю, откуда они берутся. Просто вырастает из жопы. Вот, смотрите, стоит вот он. Как он здесь оказался, блядь, барбос нам. Тут линия огня, блядь. Или я так далеко прошел, ну? За спину мне забегают, блядь, когда такой вновь? Кто стреляет, я понять не могу. Вот опять вот сзади кто-то. Просто как будто кто-то сзади ходит у меня, блядь, за спиной, блядь. В рюкзак, блядь, за спиной, блядь, засел, блядь. И херачит мне, ходит, блядь. Я, вот, смотрите, прям бегает, он, блядь, бегает прям на. Плевать всем, просто они бегают. И, конечно, здесь боты, которые со мной, просто тупые, блядь, тупые. Они вообще редко кого убивают, во-первых. Зачем они мне нахер нужны? Они, я привык в играх, как мне спину прикрывают, а здесь я этого не могу себе позволить. Вот там кто стоит, блядь? Какой-то козел, блядь, стоял. Стоял и опять встал, блядь. Как же... Их постоянно кто-то меняет, блядь. Ну, опять вот откуда прилетело? Да плевать. Хрен там пройдешь. Держусь. Вот ушел. Увидели, как он бежит, блядь? Через все поле, блядь. Чудесно. Как эту точку там подавить, блин? Че такое, блин? Снайпер, блин? Понять не могу. Есть, точно, смотрите, видели, башка отлетела, блин. Ну, череп отлетел, блин. Туда выходить вообще нет смысла, блин. В первой стене, мне кажется. Здесь только этих пощелков наверху там, которые пасутся, блядь. Вот эти мертвецы, блядь. Вон, вон, смотрите, опять, блядь, встает, блядь. То ли он встает, то ли какой-то новенький, блядь, да ничего, блядь. Смотрите. Еще противник! 10 часов! Опять забежал какой-то черт, блядь, чёрт, блядь. Побежали, 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 ну.
базукой, блядь. Эх ты, блядь, в жопу мне закинули гранату, блядь. Здесь нет никого, блядь. Ну сейчас сядут, блядь. На шею это, блядь. Кого стреляют? И не попал, блядь, не убил. С гранатами этими задрали. Блядь, из окон не вылазит, ёпта. Хочется пробежать через окно и донырнуть и туда завалить их, да. С этих мерзавцев, да. Нет. Почему всё-таки не перепрыгнуть? Бесполезно, это просто для красоты они эти. Ну, ёпки. Блять, ну надоело, блять, а прожики эти вонючие, блять. Ну не, вообще просто бесполезные куски говна со мной играют. Здесь вот даже эти противники намного умнее, чем боты, блять, со мной, которые бегают. Просто тупые, блять. Просто тупые. Да. Безумно, блять. Понятно, что они хотели сделать командную игру и так далее, но игрушка тоже не новая. Вот он стоит, блядь, плевать ему, прям вообще вот так стоит. И до сих пор, наверное, не сдох. Внутрь скорее, где, в какой внутрь-то, блядь? Через окно-то нельзя, что ли, здесь? Через окно нельзя пролезть. Подставу, блядь, конкретно. Непонятно. Динго, блядь. Опять это собака. Динго. Чё-то уже поднадоел. Стрельба эта. Столковая, блядь. Спиной встал и стоит. Они где-то такие шустрые, а где-то вообще просто тупые, блядь. Я как будто, знаете, вот в эту игру играю, как будто мы играем за русских, а там фрицы. Вот с этим оружием, вот таким оружием. То есть эту хрень не, погасить никто не может, блядь. Сразу лупит, блядь. Даже морду я не успел высунуть. То есть говно какое-то. У нас ни базук, ничего нет в этой игре. Просто всегда ходим с автоматом и пару гранат. Вот под конец игры уже начинает разочаровывать. Такое интересное было начало, особенно там этих душманов валить. Ну вот сейчас уже, блядь, начинает подпешивать нам. Именно эта хренотень, блядь. Что-то кто-то там засел, у меня ни базуки, ничего нет, ни у кого ничего нет, блядь. Как вылезти оттуда, отсюда, блядь? Через окна он не выпрыгивает. Они уже все там, смотрите, блядь. Я только башку высовываю, блядь. Ну все, блядь, видите, здесь специально так сделано, блядь. Тогда непонятно, как туда двигаться. Может, я вообще зря сюда зашел? Может, надо сразу сюда? Сразу туда, блядь. Давайте это немножко посветлее сделаем. Я что-то совсем прям упорный. Вообще ничего не вижу. Они стоят калякой, что у нас друг друга.
хотел вроде поярче сделал. Стало видно. Как туда выйти-то вот? Только я башку высовываю, меня сразу валится. Кто валит-то, я понять не могу. Дурак стоит вот здесь, блядь, за углом, блядь. Тут хорёк какой-то лезет, блядь, через окно, блядь. Дурак стоит. Может, вот эта дверь всё-таки должна, блядь, сработать, блядь. Потому что я уже не знаю, что тут делать, блядь. Ну, тут танкер какой-то тоже стоит, блядь, вот. Чё тут за говно, блядь? Кинуть туда гранату. Вон, у него башка-то, блядь, торчит. Кого-то я хоть нашел, блядь, хоть одного, но нашел. В окна не упрыгивает. Как такое вообще возможно, блядь, в игре, блядь? В ремастерах во всяких, блядь. Я даже не знаю, как выходить туда. Я опять боюсь выходить. Оха, нали. Снял его. Че вот мы сейчас буксуем здесь? Я понять не могу, бля. Кто вот у меня лупит, бля? Вот здесь вот лупит. Ну ладно, давайте на этом закончим. Просто что-то уже поднадоело, блядь. Тупость эта, ну. Нечеловеческая, ну. Все, какая-то картинка очень... Все, как-то мы ночью все равно, что играем, блядь. Что-то картинка прям совсем испортилась. Какие там были пейзажи в самом начале-то, да? Будь здоров. Вот такие дела. Всего доброго. Заходите на YouTube. До новых встреч.